замечательный аппаратик NEX5N. УР полностью выворачивается экран, но тем не менее конструкторы данного аппарата поставили сюда вот такую вот батарейку. Это оригинал, она немного вздулась, я ее уже подклеивал для фото, она еще как-то тянет, а вот для видео уже нет, вернее тянет, но очень-очень слабо. Ну и в связи с этим будет распаковочка. Аккумуляторы китайские покупать смысла вообще нет никакого. Так что взяли вот такую вот карабульку. Внешние батарейки похожи. А здесь вот такой шнурок под Type-C выход. Ну и соответственно написано, что сделано в Китае. Чего куда пихать. Так. Ну и предусмотрительно здесь сделали такое вот окошко. Сам производитель. Так. Я им никогда до этого не пользовался, поэтому сейчас закроем, посмотрим. Как это будет выглядеть. Так, ну, в принципе, закрываться закрывается. Это вообще можно даже открутить, снять. При большом желании подключить можно к пауэрбанку. Какому-нибудь небольшому. Либо же напрямую подключить обычной USB зарядки. Ну и собственно говоря, подкидываем к зарядке и включаем саму камеру. Так, нам показывает 100% заряженный аккумулятор. Ну и можно в принципе начинать запись. Пошла. Ничего не прерывается. При этом у нас незначительное потребление электроэнергии. Ну а заказать такую штуку можно на Озоне. Ссылка будет на нее в описании. Ждал я ее в районе 3 недель. Но тем не менее хорошая штука. Как альтернатива для стационарника. Понятно, что можно взять там, допустим, пауэрбанк и с ним в кармане снимать, фотографировать, все что угодно делать без всяких проблем. А так аппарат довольно-таки неплохой за свои деньги. Но покупать аккумулятор, который сейчас стоит дороже, чем китовый набор на Авито, смысла, я думаю, нет. В общем, как-то так.